Число россиян, готовых стать общественными наблюдателями на предстоящих выборах президента России, превысило 70 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. В списках сейчас на данный момент на прошлой неделе более 70 тысяч наблюдателей, те, которые дали свои персональные данные, согласились участвовать в наблюдении, заявил Фадеев. По его словам, число общественных наблюдателей продолжает непрерывно расти. Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев высказал мнение, что в ближайшее время их число достигнет 100 тысяч человек. Выборы президента пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются 8 человек. Сергей Бабурин, партия «Российский общенародный союз», Павел Грудинин, КПРФ, Владимир Жириновский, ЛДПР, Владимир Путин, самовыдвижение, Ксения Собчак, гражданская инициатива, Максим Сурайкин, коммунисты России, Борис Титов, партия «Роста» и Григорий Явлинский, «Яблоко».